إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد بتنقل النرنة جيلرنة كبدرنة يارات همشوشة إيجي شيجي حساب بولان جيل كوغراسندا بولغان كوب سانلى جان يلر مخلوقلارغا شول исәпләрдән безләргә дә һәр даим ризык биреп тәрбия кылучы. Мәлик яумиддин гадел хөкем иясе, ягъни қиямат көнен хак падишаһысы. Безгә бу дөньяда дөрес итеп яшәү өчен азып, саташып, инкыразга юнәлеп, җәһәннәмгә утын булып кайтмас өчен изге Коръан Кәримне бүләк итеп бирүче. Аллаһ хак субхана ва тааләгә барша мактау хамды сана шүкүрләребез булса иде. Аллаһ тааләнең хак ишесе сөйле пәйгамбәре Мухаммад саллаллаһу алейхи сәламгә күңел түрдә чыккан салават шарифләребез ирешсә иде. Әшһәду ан ла илаһа илляллаһ вахдаһу ла шарика ля ва әшһәду анна Мухаммадан абдуһу ва расулуһу. Күңелімнен уақыт беремін ки, Аллаһы Тәаләдән башқа ғәмәл ғибадат қылырға яраклы зат юқ. Аллаһ Раббыбыз үзегенә. Мухаммад саллаллаһу алейхи сәлам Аллаһы Тәаләнең илшесе, Аллаһы Тәаләнең құлы. Ул һәр бер атрафқа, хәтта җиннәр тайфасына да соңғы китап, изге Құран Кәрим белән килде. Яғни Құр'анның бүтін хүкімлерін, уағазларын бізге еліштіріп бітірді. Бір уағаз Аллаһы Тәғаланың хүкімі ешірілмеді, шитте қалмады, иқтибарсыз болмады. Демек, шушы соңғы китап білен ғамел қылып, мүмін мүсілман болып бұл тұрмыштан шығып, жәннетке кіру сенің иқтиярда. Шулай юқ, хайван кіріп еша дүрт аяқлы тілсіз, акылсыз, фикерсез, тамактан башка хеч берни белмичә яшәп, соңгы китап Коръан белән гамәл кылмау, Пәйгамбәр салазым сөннәте белән яшәмичә, харам тормыш белән яшәп, җәһәннәмгә керүдә ул синең кулыңда. Выбор за тобой. Вахадайнаху наҗдайни. Без кешегә ике юлны да күрсәттек түгелме ди? Бар, Аллаһ юлы хидаят кешене җәннәткә илтә. Иншаллах, насип болса һәр башыбызга. Бар зәләләт, иблис шайтан юлы, ул кешене харам тормышына яшәтә, бузуклыкка илтә, намазсызлыкка, Коръан белән гамәл кылмаска илтә, җәһәннәмгә илтә. Димәк, ике юл күрсәтелгән. Но әмма ләкин һәр җомга сайын кабатлыйбыз. Ля икраха фид-дин. Диндә юк кешеләү. Диндә бар иреклек. Сөйлибез, аңлатабыз. Кабул итсә үзенә ди Раббыбыз. Кабул итмәсә үзенә. Җәннәткә керәсең килми икән. Синең өчен җәһәннәмдә дә урын бетмәгән кардәшем. Шуны да онытма. Әммә ләкин Раббыбыз Аллаһ Тәгалә бу дөньяда үзенә буйсынып, Аллаһтан куркып, Жәннәтне кәсіп еткен, изге ғамал қылған кішіге бұл дүниеде бір нинди бөлек, почетный грамота, медаль, ордендер бермей. Мұсылман аңа ұмтылмай. Мұсылманның ол бірден бір мақсат
sualsiz, hesapsız, uluq bolğan Firdevs cennetinə ləqub. İnşallah nasip olsun hər başımıza. Müslümanın bizdən maqsad şu. Nindiginə dairədə işləsə də, redəvi Müslüman, əmir müminin, qazı müfti imam, birginə maqsad. Biz raşıqdır. Allahın rəhməti ilə Firdevs cennetinə kürüm. Demek, şu ayet durun, orak işken zina kılgan, uğurluk kılıp yaşayan dinsiz kişiye de Allah-u Teala bu dünyada sudyası almayı. Çünkü bu dünya sudyası değil. Aleyhissallahu bi ehkemi hakimin sizde kıyamet günü hüküm iten. Zina kılgan, orak işken, kişi ürtürgen, kişi malın talagan kişiye de Allah-u Teala cehennemle kesip iten kişiye de şükür şükür mü? Aldığında. Şeşken numuşların olmayı. Başına kusak bile sokmayı. Kefir de şeşe. Allah'ı Teala'nın tanımak. Biz boş ne? Müslüman da şeşe. Allah'ı Teala'nın hükmü kadir. Şeşkenlerin umuşunu alabız. Dünya mazaratın ahiret diye peygamber satır. Bu dünya ahiretin ilginliği. Mesela şeşesin. Şunu alasın. Kukuruz şeşir, anda bir şey yiyemeyiz. Agronom kişiler vardır bunda. İzgilik şeştin, rastbeşiz poluşu cennetle bilir. Naslajdini. Cehennem şeştin, cennetin daha ne işte ay. Daha ne işte ay. Tam net gulupsuz. Это мечта, это gulupsuz товаров değil. Cehennemini şeştin, cehennemde bulasın, yanasın. Demek, выбор за тобой. Her bir bidevat ol adaşu. Her bir adaşu cehennem. En büyük söz ol Allah Rabbimizin sözü. Adres yol, menhaj, metodologiya, yani Kur'an, sünnet yolu ol Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem yolu. Kimler şuşu yolda bara, şuşu yolunu üzerine maya gitip algan. Yani şuşu yoldan bara. Allah bəxitli. Kimler şuşu Kur'an'dan, sünnetten tayıpılgan, Allah kitabından, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den hümül hasirun. Bunlar kıyamette, hasrette bunlar değil. Vel gıyaz billah, estağfirullah, tövbe ve tövbe ileyhi. Kumulü bizdeki bulgan nefisinin, şeytanının zararından Allah-u Teala'nın yüzünden sığınabız. Kimle Allah-u Teala hidiyetke Kur'an yaptılığına kündürse onların adaştırışı bulmaz. Kimliğinde Allah-u Teala adaştırsa hidiyetten Allah yoluna yani Kur'an'dan sukur kılsa yüreğini pişetlep buysa başka ilendirse sana bir nindi. Allah sözü, peygamber sözü ütüp kire almayın. Abu Talib'ni Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem doğru yolga kündüre algan bulur idi. İnanı dil kabatlıyım. Yaratkan kişini doğru yolga kündüre almazsın dey. Abu Talib kim o? Birazına bu seçitken tör etmeler. Yani bugün gününde Abu Talib hatta bir Müslüman dinge askılak getirmedi desem yalgış bulmaz. İnşallah. Abu Talib Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hak Resul iken tanıdı. Kafirlerde müşriklere sakladı. Kur'an Allah kitabıydı, hemen kılınız dedi. Mekke müşriklerine. İslam dini, inne dini inde Allah'ın İslam. Hak din dedi, Allah dini dedi. Bizi kabul etti mi? Kabul etmedi. Ata baba dininde gitti. Abdülmuttalib dininde. Müşrik buldu. Onun urdun Allah da Kur'an'da 9. Tevbe suresi kaharla ingen 117 ayetine gider. Cehennemde oldu. Ne o kup ve buluşkan. Melekin Allah-u Teala onun yüreğini aşmağan. Biz yaratkan kişini doğru yolda kündüre almıyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin deyip eğitiriz, sünürüz, her adım atlağan sayın. Biz tevhid, vakide, ahli. Biz mümin Müslüman. Zavirşayüşü pekaliniye. Son bu ümmet. İn bir şey biz kubarlaşalımız kabirde, kıyamette. Akut mübünkünde yeri, zabuljini de yürgen
растука огня, жаханнам, утын кичавдар купме. Мене, узинны тавхид ахил, мусульман болып, Аллаха Тааля зикр итасын, син бахатле. Син бу куза көрген погремушкалар дүниядагы вакыт иша. Алар сиңа кыямат күндө хасрат болуп абылашек. Чөнки ни үчүн? Чөнки син бу турмуштан бир нерсени алып чыга алмыйсың. Мүмкүн түгел. Двористарың, сиеркелерің, фахишелерің, достарың, пантыларың, платежиге, акшаларың, офшорных тарафта, яхталарың, виллаларың бардамында кала. Урус мәсәди. Саван, карман не пришьет. Кафенеке все так милар. Кирак милар, кафенеке все. Сега кирак ты был. Мне мунда кирак осима. И сачакта изгамел кларга. Эгер де инди син, барган юлыңа, барган ашап, дүнияңа шансан, син әзірләніңе тиеш. Шуай бит. Татарның мәкәлі білейтсәк, май шүлмәгі тұшымдан көріне. Біз бүгін хақиқи мұсылмандарда қала, барасыз жерге шанабыз ма? Менде шуны сұрау туа соңғы уақытта. Шанмейбіз. Чөнки не үшін? Улесын біле, Аллах біле ұшырашышын әзі түгіл. Иман кетірмей, намаз оқымай, роза тұтмай, зәкәт түлемей, хаш қылмай. Менің иманым бар дей. Тата, улесы ештем, иманым бар дей, аның иманы юқлығын өзәйтіп тұра. Иман жилбе, келмей бе дұл, күшіп қаяндар. Иманым бар дей, өзін алдалай. Мында сен кішілер алында алдаласаң да, қиямет күнде Аллах қашына барып басқаш. Алды алмайсың. Ассаляму алейкум, рахматуллахи, ва баракату, рахмату раббил аламин. Аллах субхана изу китабы Құран кәрімде, лесәди ауызу биллахи мине шайтан азим, вахтасиму бихаблиллахи жамиған, ва ла тафаррақу, вазкуру ниғмат Аллахи алейкум, ис кунтум агдаан, фааллафа байна кулубикум, فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لهم أن يدخل عليكم تحت دنيا أني غير مرات سورة سنة يزا إشين شيئة النار قلت بسدي ربو تيم من المئة زرادة سيزجا كشي قبرك بسيران لديب بو بغن بزن سامي актуальный тема, айе, бүгінгінде, бұл болезин, который постиг уммы Мухаммад саласы. Айе. Бірлешу юқ, разобщенность. Враги ислама шуларына файдалана, мусульмандарды құтырта. Біз бүгінгінде расколда. Мына шуның хақында Аллах нәрсе дейді. Хәм аның ішісінің хадистерін иншалла айтып өтеріміз. И мүминлер де мәғнәсі. Баршаларыңызда бірлешкен хәліңізде деп. Айырым түгіл түркімдерге. Чөнки айырылғанны айу ашар. Бүлінгенні бүре ашар дей мәқәлде де. Бірлешкен хәліңізде Аллахының арқаны, яғни Құран хүкімдерінен нықлап бия башығыз. Құранның хүкімінен нықлап. Кәлимнің зубами. Алдағы түгіл. Анары Құран хүкімдерінен хеш та айырылмағыз. Хәм бір-бірігізден кесіліп түрлі юлларға, фирқаларға кетмегіз. Яне Аллах сізге берген ниғметтеріні көңілігізде сақлағыз. Біт мүсілман болмас бұрын бір-бірігізге душман едігіз. Ислам бейін қабыл кеші бір душман едігіз. Аллах Ислам бейіні білен көңілігізге достық, үлфет, мәхәббетін салды да, бір-бірігізге дин қардашы болып әуірілдігіз. Демек, аңлашыла, ислам дині аша біз бір-бірігізге қардаш болып әуірілдік. Дұстылық Мұхаммед әліфәтін салды. Сіз жәхәннәмнің ярының шетіне келген едігіз, дей Раббабыз әйті. Жемірліп түшілгеніне қолған едігіз. Аллах тәлі рахмет қылып, сізіні жәхәннәмнің түшілген, сізіні ислам дінімен құтқарды. Алхамдулла, жәхәннәмнен құтылу ислам дині. Башқа жол жоқ. Ислам дині аша құтылу күшті тарапыңыз. Әне шулай Аллах сізге аятларын ашық бәйен етер.
Şayet dürüst anla, dürüst anla. Anlatma deyip etmiyor. Dürüst anla. Her bir sürüge tınla oturur, mağına bilen. Dürüst gamel kılır. Karan sali. Ta ayetem, gamel kılır, kan tügel. Allah kan tügel. Gamel kılışlar kub bugün. Yahud'da, Nasara'da gamel kılar. Cennet ümit ite. Ama lakin alarga Allah da ekte cennetke kira almıyorlar deyip. Allah kafirler deyip. Çoğunlukla dürüst anla, dürüst gamel kılık ile. Aslı uznaniye. Sahabı salih ve şirinde ağıtımı. Senin şuğat, Kur'an'a sünnetke tengel yetiş. Tengel kılmese yok. Pustuyup batıratıl jizin. Allah sağlasın. Turu yolla kunerlisiz deyip. Subhanallah. Ne bu, bunun tarihi bu ayetinin inu sebebi. Hüneyn soğuşundan son, Trafimalı buldular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e rızasızlık bildirdiler. Ansarlar. Yani Ansarlar Medine'nin halkı. Ve şunda onlar yılaştılar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e nasihat kılmasın. Siz ayrılgan tuğul idiniz mi? Siz ne ben İslam'a şahat dostlaştırdım diye. Siz birbirine düşman tuğul idiniz mi? Düşman idiniz. Ben bunu eğitim. Düşman idiniz diye. Kız siz kadırlar birbirinize tuğanlar buldunuz diye. Siz yarlı fakir idiniz. Sizin şu İslam dini aşağı Allah da bayıttı. En zor bayılık o İslam devleti. İslam nimeti. Bana bu ayetinin inmü meselesi. Yani tarihi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem etti. Yahudiler kıyamet altından 71 Türk'ünge. Müslüman, yani Nasaralar 72 Türk'ünge. Eminim ümmeti Müslümanlar 73 Türk'ünge bulacaklardı. 73 Türk'ünge. Artık rah, bulingenler. Her birisi uzun ahir sünnet men ve cemaat diyorsun. Allah bilir misin kim ikenin? Ne nadir sibe? Yarlı bir şey. Münafık mısın? Müşrik misin? Bir de açık mısın? Allah bilir. İndi katip şu şunu yaptık. Kimimizga? Nerse bu lebs? Nerse gitmeyi bu mümkünde? Raskol obsistimda Müslümanlar. Allah bir. Nasara etkisi üç tügül. Bir. Peygamber bir, Allah'ın esisi. Kur'an bir, İslam bir, kıbla bir. Nindi teklime? Nindi bir obijdini gerek bizge? Stop abidinirse, bu raskoldan, bu nijinden çıkı için. Nindi teklime var dağın? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ettiriz, sabırlar şu başında. Sizge iki derse kaldıram. Kalinli mi, zuba mı yavaşırız dedi. Allah'ı tutun, ortağı, nıkla. Hem teferraku ayette ettiğin şey, ayrılmağız deyin. Ne ayrılsağız desem ola, ne el ettin, tatarlanma kalbim. Ayı var şey, bunu isteyen bu raşı. Vragi İslam'ı da sivri sol istiyorsunuz. Bugün Müslüman, Müslümanın gaybin deyin. Boğazın şeyini. İslam'a raskol yası itak bulingen. Razı et İslam. Razı et bu din. Hayda mehabet. Gide lübur, radi Allah'a. Братья, хая, разве нам послание Аллаха Тааля, Аллах Тааля оставил такую религию? Нет, конечно. Будем без Коран, если Коран суннат сегодня, если нас не объединяет, что может нас объединять, мусульманов? Дорогие мои братья, мне сердце плачет, что расколдам Мухаммад Ахмети. Без них юрек на утро, готовишь, если сегодня... Если сингер аурмика, если твой сердце не болит, бу происходящего, значит у тебя иманда, хахидада, проблем есть. Надо лечить срочно. Нет дня, что я не думал. Как объединить мусульман? Чтобы у нас был ради любовь Аллах, ради ислама, ради братья, чтобы у нас был у нас в сердцах любовь. А где это? Вот только у нас мечети любовь. Брат, брат! Брат, целый день, брат, ахи, обнимайте. А когда выйдешь за мечеть, эти, которые кричали, крик луны, брат, брат, не узнаешь так. Не узнаешь их. Как мунафики переобулись, как колеса зимние. Где ты, братья? Где? В кустах. У меня больно сердце. Но это правда, Горька, чем сладкий ложь. Пророк сказал, без единой уммы, без бертайкина, как тело. Если без гар, мы так подалды, как занос, и болит все тело.
Отдельно не будет, болит Палестина. Нет. Вот мы так должны переживать. Переживать должны за Палестину. Если не переживаем, у нас проблем, еще раз говорю. А, у меня все хорошо. Да, пока хорошо. А гарантия есть? Завтра с нами так не будет. Нет. Для Аллаха это очень легко. Ляху кун файякун. Будь. Я с ним сражаюсь. Бердестер, бундратестер. Она сбудется. Она шуша листоковая. Эля не пуля. Да? Альхамдулилля. Аллах Субхана ва Тааля Куран айта, Хужурат сурасында, 40-нчы сурада, 10-нчы аятында айта, иннамал муминина ихватан, мусульмане, хакыйкатта эсе они братья. Где наши сегодня братья? Где наши сегодня братья, чтобы совпал наш этот священный Коран? Где наши братья? Бородах, братья. Раз в бородах. У каза ведь тоже есть борода. Он же не мусульман, не каза. Тюбетики можно одевать, снять. Это все уже головные атрибутики. Разве сахабы так жили? Переживали. Сегодня на носке какой-нибудь болезнь. Мусульмане говорят, а вот ему так и надо было. Какие у нас больные сердца. А кто-то постиг мусульман, кто-то кого-то перепрыгнул, кого-то он достиг в ораторском искусстве и что-то знание получил. Ох, его косы смотрят, где же он учился. Как его обогнать? Если у нас есть такой, вот здесь смотри, у нас проблемы. Не дай Бог, Аллах согласен, что ж на черстое сердце, блин, ты куда еще лезешь? В рай попасть? Не дай Бог, не получится. Аллах не себя алдитвайте. Сахабы даже боялись. Что говорил Умар ибн Хаттаб? Если одна нога у меня будет в раю, а другой останется наружу, я не успокоюсь до тех пор, и каям на термитрапты. Вот как они. Если последний человек будет в аду, это Умар сказал. Разве мы сегодня так обсуждаем себя? Так рассуждаем? Мы сегодня отчитываем так? Нет. Так не считаем. У нас делов нет. У нас соседа обсуждаем. Брата по вере, который пришел в мечеть. Что у него нет головы, нет тюбетики. Что руку положил не туда. Сюда. Разве это проблема? В Казахстане его показали. За Амир его челюсть сломал, ударил. Ребро сломал. Разве это братство? Разве это религия? Мне просто мне плачет сердце просто. Я вот эту проповедь готовил ночами своими, не спал. Разные источники, чтобы донести ваши эти религии. За то, что Амин говорил в мечети, сказал так, челюсть сломал. А куда ты положишь сонный день? Ля-иля-хиля, твой же брат это. За то, что ты сломал ему челюсть, а ведь шариат бы сейчас нельзя ударить. Вот бокс делает, боксует. Вот, занимается ненужным спортом. Нельзя ударить в лицо наказание. Худое шариатское наказание в терминологии. Мы сегодня изучаем религию. Нам важно, куда ставить руки. Сюда. Да какая разница? Человек пришел уже в мечеть, дом Аллаха. Ну какая разница? И спрашивают, откуда, с какой масхаба? Субханаллах. Докатились до того. Кто тебе дал? Ты что, эксперт? Какой масхаб читаешь? Какой масхаб? А мы ведь знаем. 4 масхаба. Абу Ханифа, имам, наш масхаб. Малики, Шафии, Ханбали. Кто скажет, что это неправильно? У кого язык поберется? Скажите, пожалуйста. Если скажет тот человек, положение тяжелое будет на сонный день. Кто скажет, что это неправильный масхаб? Это муштахиды великие. Имамы по всему миру признаны. А нас еще кто-нибудь признал? Имамы. Все мы его удерживаем, что правильно 4 масхаба. Вот. Правильный масхаб. Они в вопросах акиды, вероубеждения, они четко, и посланники были, и пророки. Акиды, масаля синда, едини были. А фик, масаля синда, фик, шариатский, есть разногласия, но я не сказал бы разногласия, это неправильная импретация.
Нет. Вот дети разногласия. Какой может разногласие может быть? Значит, если ты скажешь разногласие, значит, они неправильные остальные. Нет, они учились в этой школе, и нельзя его бить, если не совпадает твоим масхам, твоим имам шейхам. Нельзя его бить палкой по спине. Тебя не дано это. Он прав. Потому что учился Абу Ханифа масхабы. Или Малики, или Шафиги, или Ханбали. Все. Давайте немножко разъем. Немножко я дам вам пример. Кто совершал хадж, знает, там миллион народ. У имам Шафии спросили, как вы его добыли? У имам Шафии, масхаванда, если случайно дотронулся, рука, тело, чужую женщину, у тебя не то, что малый тахарат, а большое оскорение, у тебя даже гусуль, все, уходит. А как быть? А как ситуация выйти во время хаджа? Это же невозможно. В этом случае, ученые говорят, берем более сильное мнение Аллах. Не так, как чуть-чуть другая. А более сильное мнение у кого? Имам Абу Ханифа. Нуман ибн Сабит рахималлах. Бзин масхабтан. Я ваш рутан не сядет туда тронулся. У тебя даже случайно даже не, так дотронулся. Ни тахарат не портится, ни гахтур. Все? Нормально-то? Ну зачем? Зачем фанатически бирилия? Зачем фанатизм нам религия? От крайности до крайности искать. Это же твой брат. В другом асхабе женщина потерялся или муж умер во время войны. 5 лет ждет, потом замуж выйдет. Нормально же тебе? А в другом асхабе нельзя выйти замуж. Всю жизнь она должна ждать. Давайте немножко размыслим. Если женщина красивая, симпатичная, при нем все, все равно шайтан ее заставит к зину. Зина, прелюбедняется решать. А в другом асхабе, лучше женщина, как бы что замуж выйти, рожать сыновья, все сумнет. Нормально это? Нормально. Во время охоты имам Шафии Хазарда, ты должен попасть в дичь. Пусти в стрелу, бисмилля, попасть здесь, крыло или нога, буниным, кшном. И при этом ты должен успеть бисмилля зарезать. А имам Абу Ханифа Хазарланда, бисмилля или стрелу винтовкой, если даже он умер там, на воздухе, все можно есть. Вот весь. Такой еще пример. Я работодатель. Здесь человек у меня работает. Ну, среди них один работник выполняет работу легкую, а другой тяжелый. По Абу Ханифа масхабу наши, ты должен одинаково платить. Нет, а имам Абу Ханифа, нет. По 2000, кто меньше работал, или кто больше работал, кто таскал, ему побольше. А более правильный мнение. Всем поровна, чтобы друг друга не обиделись. Вот ведь. Есть ведь. Но неужели мы не можем это регулировать? Чтоб руку сюда поставил, и кто-то считает вот так кусок смотреть. Или кто-то вот так, кендигасная хуйня, кто-то вот так считает. Не надо вот так ее посмотреть, косо. Это неприлично, это нехорошо. Повторю я в этом семье. Аллах исем бля айтам. Пиғамбар салсам айтты, мүслим термизен келер. Пока сіз уйвыр мишен тұрып, Аллах тәләге. Аллах тәләге. Сіз жәннетке кіреймісіз дейді. Жәннетке. Аллах тәләге инамы тұрып, кіреймі жәннетке. Аллах исіме айтан білі, сізді вы не сможете уйвырывать, тихара. Вы не сможете уйвыр, пока друг друга не будете любить. Для чего? Не ради деньги, не ради забавы, не ради дружбы, а ради мусульман Буханшин. Я рад радишь. Пока сидя рад мисликен, сидя неполноценно твой иман, твоя религия. Вот так. Да хавли валяху адисна. Шуа куря мухтарам жаматну сиву, агад насих азан талам лап, пиган баш салам салам хадис ман айтет учаскиля. Сізге бір нәрсе айтимын, вам не сказать одну вещь, что
посредством через этого вас вы будете друг другу любить и раточаться. Говори, сахаба дайте, не сайте, распросайте салям. Ассаляму алейкум! До туда шли, я сам лично знаю. Вот братья разговаривают, до того что брат, который здесь ходил, мешит, ассаляму алейкум, он отвернулся и ушел. А салям дать, это сунна, а обратно возвращать, это фарз уже. Где твой иман? Где твой ахир? Где ты учился? В каком ты секте находишься? Скажи, милый. Салям дать, распространять, но салям не отвечай. А ведь пророк говорит, распространяйте салям, тогда вы будете друг друга любить. Мы сегодня не любим. Сказано. А я нащ. Пеймбер салсалам хадисы бар. Хадис кида ибн Хиббан. Имам Тирмизи аль-Хакимна кида. Пеймбер салсалам айтты. Итанды намаз оқуаннан соң пеймбер салсалам. Ул вағат сүйледі. Шушу вағат сүйлегеннен соң сахаба елаштылар. Шонда сахаба айтты. Я Расулла, бу сабуллашу кішіні хажина шүйлей. Сонғы пасиді пропейді. Пеймбер салсалам сұралар. Сахаба айтты. Еді бізге дей, қолдырды насихат. Настав жынады. Насихат қолдыр бізге дей. Білем, что пеймбер салсалам көп қалмады. Кете бұрнедан. Мәселі дейді пеймбер салсалам. Я оставил вам религию Аллаха, как ясный день. Заблудится тот, кто совернется с этого пути. Оставь, как ясный. Бытую сухай ты подорван. Бидагат хахан надо иткен. Шири хахан надо иткен. Баршан надо иткен. Тузыган Аллах та идинны. Вот. Кемнен ғымры ұзын болса дей. Куп қашалықлар көрдей. У кого дейін будет жизнь, увидит много разногласий. Вот сегодня разногласий. Бұш ахейт шуынан. Каждый тянет себя как одеял. Каждый говорит правду, что я, говорит, это прав. Потому что почему он говорит прав? Потому что он говорит прав. Поэтому прав считай себя. Вот ты у него шейха не учился, ты у него имама не продержишься, ты не наш человек. Именно чтобы быть наш человек, надо этого шейха учиться. Да ты мы дошли такое унижение. Так Аллах у нас унизил. Бубаттан, как черва. Пророк нам оставил, приписал, как лучший лекарь оставил лучшие излечения лекарства. Рецепт оставил. Вот рецепт. Ну, я вам считаю до конца. И на этом завершил бы вас, иншалла. Вот. Я оставил вам религию Аллаха как ясный день. Гумрин узум был сахашу агу курисам. На этот день характер. Он не сказал придерживаться шейхам. Какой-то заблудшим. А дальше вообще. Он сказал, придерживайтесь мои сунны и придерживайтесь хуляйфа рашидин. И они праведны халифитовым путем. Абу Бакр, Умар, Усман, Али Радахан. Что давай тебе? А дальше у человека еле шмами. Подчиняйтесь, Тибор, Ристиба. Подчиняйтесь имамам Амирам. Кому? Который не послышал Коран Сунна Набара. Даже этот Амир или имам, эфиопский черный раб, даже у него башир, голова финик даже, размер. Ты должен подчиняться. Если он Коран Сунна Набара. Если не подчиняешься, ты раскол. Я слышал. Ты нахуй раскол. Ты за это будешь отвечать. За это фитна. Шума Куря Мухтар Миамат Мусимин. Не надо сегодня. Бір шейх имам артына уна барып, и башка имамларыны списать не надо. Башка имамларыны не надо списать. Мына біз айтамыз екен, біз шушы шейхіне, шушы имамы артам дейді. Сен бі там біз себе получается. Башқаларын мен не признаю болып шыға бейді. Не надо списывать. Әзімі көпмі күшіме қарағанда, ғидіме көре, я старался вам донести. Что я донес, вы слышали. И последнее, что хочу сказать. Если у человека нет паспорт личности, человек может приехать к границу? Сможет? Как вы думаете? Сможет он в другое государство границу? Нет, там его остановит полицейский. Куда ты идешь? Паспорт нет? Это личность, удостоверенность. А сколько ведь у нас работы? Непочатый край, дорогие мои братья. Я люблю вас ради Аллаха, поэтому и стараюсь совсем. А сколько ведь у нас работы, сколько у нас родные, отцы, матери, дети, туганнар, кушляр. Сколько безбожники,
Сколько они даже намаз не считают. Призывай. Призывай их. Даже если намаз у Хамаса кшитяна кэкрян мивит. Если человек не считает намаз, он не зайдет вам никогда. Вот это должно быть страшно. Вот это должен быть нас опасаться. Почему мы не признаем, почему не призываем их? Почему мы сегодня друг друга ищем? Причины, айдарин, раскол, и так в расколе живем. Почему так? Значит, получается вывод на тезе СССР. Бізге иман, иман деген особа, кіріп тамырланып бітмеген. Вывод такова, что наш иман пока шаткий, как лист на афрактальном тура. Зулям-зулям дейді. До конца он не укоренился. Аллах Субхану Тааля Азербайджан бізге Мухаммад Алейхиссаламмен Құр'анға сүннетке бірлесесін. Иблис шайтанларын ирақ қылсын. Амин. Дин душманларын Аллах Тааля халек етуге ярдәм итсін. Палестина жерін кәфірлер қолына азат етсін. Өзіміздегі болған араздығы, қарсылықтарын бітірсін. За то, что син иннамин ихватун, син мусульман, син туган икенин билип, аны яратып, ради этого ты должен любить, хат даже он ошибся. Амин. صدق الله العظيم أقول قولي هذا واستغفر لي ولكم